Приветствую вас, подписчики. Харьков, стадион «Металлист». Погода хорошая. Взял билет на очередной матч «Металлист» Оболонь-Киев. Плюс 32 градуса тепла. Никаких осадков до воскресенья. Продано на матч первой лиги уже 30 тысяч билетов. Посмотрите, идет реконструкция стадиона «Металлист». Возрождаем из пепла, оставленными прежними, безалаберными хозяевами. Так что будете в Харькове, обязательно посетите матч «Металлист». Команда не подводит своих зрителей. Всем самого наилучшего. Не забывайте подписываться на канал. С моей стороны обещаю не нарушать авторские права.